Ворота, мяч и стадион. Но это не футбол. Сегодня я научусь играть в гандбол. Опа! Даша, зачем ты пинаешь мяч? Это гандбол, в него играют руками. Быстрые ноги, сильные руки. Именно с таким девизом играют в гандбол спортсмены. Ноги должны быть быстрыми, чтобы первым добежать до ворот противника, а руки сильными, чтобы отбивать мяч. Как в любой другой игре, нужно забить мяч в ворота. Мяч можно держать в руках 3 секунды. Введение делается почти как в баскетболе. Игра длится 2 тайма по 30 минут. Между ними 15-минутный перерыв. С правилами познакомились, теперь научусь управлять мячом. Лучше начать с шага, наверное. Идти и, ну, вот так вот вести мяч. Потом со временем, как бы, привыкаешь больше к мячу. И можно уже начать пробежку делать. Мне все равно он так не прыгает. Ручки у меня не настолько сильные. Хорошо отбивать мяч о пол у меня так и не получилось. Так что попробую себя в качестве нападающего. Надеюсь, что забивать голы у меня лучше выйдет. Гандболист должен поставить, жестко зафиксировать одну ногу перед линией. Мяч с рукой отводится назад. Локоть должен быть на уровне уха примерно. Ты сначала должна кинуть, а потом уже заступить ногой. То есть кинуть, пока нога, ну, как бы оторвана от земли. Вот так вот, смотри уже, как хорошо получается. Забивать я научилась, управлять мячом тоже. Пришло время разделиться на команды и сыграть матч. Итак, команда в красных майках против черных. И на первых же секундах мы забили гол. Гандбол – это такой спорт, где физически данный человек играет в такое значение. Ходят много с плаванием, люди занимаются легкой атлетикой. Наши ряды постоянно пополняются, и мы стараемся развиваться. Если вам понравилась игра в гандбол, приходите в спортивный комплекс игровых видов спорта. Ребята вас с радостью научат. Ведь нужно для этого всего лишь спортивная форма и желание.